Руководитель компании по утилизации отходов в Махачкале подозревается в мошенничестве на сумму, превышающую 6,5 миллионов рублей. По данным МВД, сотрудники управляющей компании экономили на транспортировке. Вместо отгрузки твердых бытовых отходов на лицензированный полигон, они доставляли мусор на несанкционированные свалки, которые находятся вблизи места сбора. В мошенничестве подозревается 38-летний руководитель компании и несколько сотрудников. Следствие продолжается. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.